Здравствуйте, если вы, как и я, любите кофе, вы никогда не откажетесь от этого десерта, особенно в летнее время года. Готовила я этот десерт первый раз, но мне он очень понравился. В миску наливаем 80 мл обычной холодной воды, добавляем столовую ложку растворимого кофе, и для вкуса я добавляю ванильку. Теперь все это нужно взбить в пышную пену, я как всегда думала воспользоваться миксером, но для этого миксера количество жидкости очень маленькое, поэтому пришлось добивать все венчиком. Как только появилась пена, я добавляю 50 грамм сахара и продолжаю взбивать до тех пор, пока сахар не растворится. Если у вас есть ручной миксер, лучше сразу им воспользоваться. На самом деле все очень быстро взбивается, буквально 2-3 минутки, и я получила вот такую вот густую пену. Как только сахар растаял, можно подавать этот замечательный, бодрящий, вкусный десерт. Сверху я посыпала какао, вкус мне очень понравился. Если любите корицу, добавьте корицы, в общем, фантазируйте на свой вкус.